Горы факелы, горы факелы. А сегодня мы в гостях у топовых татуировщиков. Как твои дела? Пойдет. Я вам вкусняшки принес. Привет. И не напрягай. А сегодня мы в гостях у самой красивой татуировщицы нашего города. А как правильно? Татуировщик делится на пол? Татуировщик или татуировщица? Ну, скорее ца. Окей. Готов? Все, погнали, на ногах я еще не пробовал. Почему ты решила бить татуировки? А в голову взбрела и еб. Чего бы нет. Ты в меди училась или где? Нет. А где ты училась? В ЖД. В ЖД? Чего, какой нет? Не, я просто где-то видел фотку, где ты типа в халате или что-то такое. Это я на практике была. КНВП. На практике? Да. Ты еще на практике была? Представляешь? Ничего себе. Значит, получается, ты любила рисовать, да? Конечно. Потом пришла к Андрюхе. Да, на татуировку. Свалилась на мою голову. Да ты заколебал. Ну, рассказывай, как это было. Что за татуировка? Твоя первая татуировка? Да. Что за вообще пришла просто с одногруппницей. За компанией? Да. Ну такая, ну давай. Мы как раз только поступили, познакомились, она такая, ну пойдем. Пойдем. И все, вот уже как... Сколько? Сколько, блин? 4 года или 5? Сколько я тебя вижу? Сколько я тебя вижу, блин. И какие у тебя были первые неудачные татуировки? Ну, кому ты делал? Было такое? Были. Конечно, были. Другой неделе, блин. А что, потом Андрюха исправлял? Да нифига он не исправлял. Ты знаешь, мне это надо. За свои грехи отвечай сама, да? Да. Ну ты еще расскажи, где ты делала первую татуировку? Да, первая татуировка у меня была у мальчика на лобке. Что там было? Газонокосильщик. Ну как, удачно? Ну как сказать, блин. И что, по виду больно делать на лобке? Там мы больше угорали, блин, трещали. У татуировщика в гости или клиенты? И то, и другое. Как? Клиенты приходят добиваться, а гости приходят в гости, и туда, и туда. Ты пьяная била? Нет, пьяная никогда не била. Никогда не била? А заставляли? Ну, типа, были предложения? Ну, конечно. Ну, типа, или там с будуна бить. Ну, насколько я понимаю, у Андрюхи, типа, с бурона поваще получается бить. Руки не трясут. Есть такое? У него всегда руки трясутся. Да нет. Да. Вот я когда на этот пул отошел, он говорит, я вчера бухал. Вот руки вообще, это, можно операцию делать. Я тебе говорю, блин, у него живот... всегда трясется рука, блин, одна и вторая. В смысле, не гони? Бурдуна идеально. Да, конечно, ну, блин. Никто не спорит про идеальность. Я говорю про то, что трясутся всегда. Посмотри сейчас, смотри, как не трясутся. Да ты их контролируешь просто. У него руки не трясутся на карту, на педальке. В каком стиле тебе больше всего нравится бить? Ну, вообще, больше бы, если бы было, не знаю, возможности клиентов, то в чекана хотела бы. Мне очень нравится стиль этот. Так что приходи за следующий татуха в чекану. Я тебе сделаю бабёшку какую-нибудь красивую. Я изучу и... Ну, местную, я, да? Я примерно понял, но я не уверен. Я посмотрю и посмотрю. Я посмотрю и посмотрю. Были клиенты, которым ты отказывалась бить? Ну, в принципе, нет. Или такая, типа, нежелаемая татуировка, ну, которую не хотела бить. Ну, которые, вот, хотят, там, на пальце что-нибудь такое, вот.
Никто же не знает о последствиях, думаю, что мы просто не хотим браться делать. Было такое, что ты накосячишься, такая, бля, ладно, пойдет на. Ну, я старалась как-то выйти из этой ситуации, или нет, просто, блин, с того ума. Или такая сразу, Андрей! Потом он пришел, такая, да, блядь, да ты плохо ухаживал. Да нет, не было такого. Когда не ухаживает человек, это сразу видно прям. Все равно с опытом же приходят многие вещи там, допустим. Что там с опытом приходит, Андрей? Все с опытом. Опыт приходит с опытом. Вот и все. Там, на какую глубину там загонять иглу, какой что работает там, вот, все это с опытом. Раньше, допустим, вот этой иглой на этом месте я могла наворотить, допустим, там, несусветную какую-нибудь фигню. А сейчас нормально будет? Да. Начинаешь уже более как-то чувствовать. Там глубоко, не глубоко, достаточно ли пробил, прокрасил. Внимательность еще очень нужна в этом деле. Один раз мальчику написала неправильное слово. На каблуке есть вот это вот популярное. Блин. Понял, неправильно. Он неправильно эскиз типа сделал? Нет, он скинул, какую он хочет. Я просто готовила эскиз там, вот в шрифтах, может, помнишь, я тебя скидывала? Может быть. Шрифты как подобрать. Угу. Я, короче, подбирала ему шрифт и сама неправильно забила, короче, слово. Ну все, я уже подготовила эскиз, уже ему перевела, уже сделали, а он мне потом пишет, что мне неправильно сделали, короче, слово. Ну и все, он так и не пришел делать. Может, переделал у кого-то, может, выводил, фиг его знает. Ты чувствовала себя виноватой, да? Ну, блин, все равно неприятно, да, есть такое. Ну я ж не намеренно ему не сделала. Бывают, ошибаются люди тоже. Ну, опять же, блин, смотришь, говоришь каждому, идите там, смотрите. Не, ну, он же тоже не заметил этой ошибки, тоже так же прошляпил, как и я, грубо говоря. Самая дорогая татуировка, которую ты делала. Это было еще в самом начале. Но она была такая специфическая. Знаешь, стиль трэба? Нет. Ну, узоры такие из 90-х на спине. Нет? Там получается по спине в этом трайбе. Это типа самый простой стиль, наверное, нет? Ну, все равно. Ну, типа там закрасил. Ну да, как бы. Не, ну все равно надо тщательно, чтобы не было пробелов. Ну. Ну, я сомневаюсь, что там нету пробелов, потому что когда я еще только начинала. Кусками. Да, ну, да, быть. У многих вот такие, вон даже, вон, дрюк, типа вот такого. Да, он, да, вот как у него вот эта вот штука. Вот типа такого же, только он отвечает. Мы делали, наверное, сеансы 3. Он еще ему было сложновато терпеть, было болезненно. И мы были вынуждены на несколько сеансов это чуть-чуть растянуть. Если не ошибаюсь, сеансы 3 мы сделали. Как ты относишься к бейсболу? Да как? Если без него никак, то что еще делать? Когда тебе татуху делали, ты пила там, типа, или как там? Нет. Мажешь бейсбол? Ну, мажешь, да, пить нет. Я просто не знаю, я ни разу не пробовал. Мне а бейсбол? Да. Ну, даже там пить. Да если ты нормально терпишь, зачем оно тебе надо? Из-за бейсбола кожа, получается, хуже воспринимает краску. Немеет, деревенеет. Ну, насколько известно, девушки терпимее. Да. Парни. Ну, хотя все индивидуально, я бы сказала. Есть и парни, которые терпят намного лучше девушек, есть девчонки, которые очень как-то мнительно к этому относятся, там, я не знаю, подружки там еще накрутят, так что если, ребят, вы будете было такое, что на татуировку собираться, да, были, ну, матерятся, как правило, они прям что орут, матерятся. Многие там, друзья там, ты пойдешь на татуировку, тебя там друзья сидят, стращают, там, это больно, ты там умрешь, там будет лужи крови, тебе там будут резать. Давай звезды на коленях.
Да что-нибудь такое, блин. А человек сидит, я его уж завол, он же вот так вот и стрясется. Много кто сбегал? Были да такие? Сбегать нет. Ну, типа заплатил и потом выкатился. Ну, всех же сейчас по предоплате берем, допустим, кто это не приходит, просто предоплата не возвращается. Если предоплату не скину, я просто-напросто не записываю. Удобная штука, кстати, предоплата. Зря мы раньше по ней не работали. Вы же деньги всегда типа в конце сеанса берете? Ну, конечно. Никто не убегал. Ну, а смысл убегать, если уже начали делать? Нет, в смысле, ты сделал там... Ты доделал татуировку, ты говорит, ну иди посмотри в зеркало, он там бам, на лыжи. А, ну и бывали такие, которые по сеансам, допустим, оплата идет. Ну, уходили, забывали. Он просто, да, забыл, что надо оставить деньги за сеанс и ушел, а потом бах, ну у меня вот такое было, как бы. Я парню сделала пистолет с розами на предплечье. И он бах такой, ну все, я пошел. А я пока тут рабочее место убираю. Он оделся, вышел. Мне Андрей такой, он с тобой не расплатился. Он уходит. И все, он такой потом смотрю. Я за ним пошла, он поднимается. Я, говорит, забыл. Ну, бывает такое, что как бы не со зла. Что прям так убегали, не было такого. Город маленький, все равно найдет. Да. У меня в Омске знакомый, у них студия, ой, и говорит, девушка вот так вот сделала татуировку, пошла на ресепшн расплачиваться, не расплатилась, пошла, говорит, покурю. И, короче, начала убегать. И он говорит, мы давай, я же из студии, короче, ловить. Стыдно, стыдно. Да, вообще.